Наступна програма містить відверті сцени зображення хірургічних операцій та ран. Оставьте смущение и страх за этим порогом. В нашей клинике они вам не понадобятся. Мы знаем, что хвороба каждому приносит власное несчастье. У меня есть маленькая дочь, я очень боюсь для нее вот стать уродом. Ну, я не могу ходить так, как обычная людина. Я ощущаю себя мужчиной, но нахожусь в женском теле. Я вообще нигде не могу идти, как я не поставлю памперс дитячий. Хватит сидеть и ждать чуда. Позвольте его для вас сотворить. Бо мы переконані, у вас має бути майбутнє. Я как будто заново родилась. Замуж выхожу. Правда? Ну, правда. Я ж на 1 вересня водила внучку свою в школу. Это 4-й сезон проекта «Я стесняюсь своего тела». И тут все по-настоящему. Сьогодні в програмі. Здравствуйте. Чому ви так тихо говорите? Здобути голос, якого не було все життя. І воно так тяжиться, мало 6 лет. Это какой-то ужас. Нове тіло для колишнього товстуна. Ти збросив 132 кілограма. Там, виходить, не тіло, а шарпі. Та прихована загроза у ваших холодильниках. Новий експеримент, що убезпечить від вибухів у шлунку. Головна клініка проєкту «Я соромлюся свого тіла» знову готова відчинити двері тим, хто прагне здобути здоров'я. І сьогодні прийом в ній розпочинає Катерина Безвершенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Валерия. Ну почему вы так тихо говорите? С детства болею с 4 лет. У меня были операции с 4 по 6 лет, 13 операций. Поставили диагноз папилломатоз гортани. А почему? Ну, как это случилось? Я задыхалась 4 года. Мама повезла меня в Луганскую больницу. Там так. Сделали 3 операции. И потом... Удаляли вот эти папилломы, которые были на гортани, да? Да. Угу. Потом направили на Киев, мама поехала. А почему? Они повторялись? Был рецидив этих папилломов? Да, постоянно. Угу. Мама повезла меня в Киев. Так. В Киеве сказали, что надо спасать вашу дочку. Мне пробили голову. Сказали, что вы умираете? Я задыхалась очень сильно, это было на грани. И мама... согласилась, и мне пробили горло. Что значит пробили горло? То бишь поставили стому. Трахеостому? Да. Вы до сих пор с ней? Нет, мне ее сняли, так. Но осадок, следок остался. Вот у меня. У вас там отверстие в шее? Да. И с 4 лет я не могу говорить голосом. Голос появлялся, но ненадолго. Голос появлялся? Да. А при каких обстоятельствах он появлялся? После операции. Я могла кричать. После бужирования, да? Да. Угу. Я могла кричать, кавкать, пищать. Все, что хочешь. Сейчас можете? Ну, попробуйте. У меня не получится. Почему вы так уверены? Давайте попробуем. Не могу. Угу. А потом мама просто не хотела ездить. Почему? Она устала вас возить? По врачам? Я не знаю. Ну, ваша версия, почему мама так отнеслась к этому? Не хотела. Не хотела? Просто не хотела. У меня с мамой сложные отношения очень. Давно? Очень давно. На данный момент абонент не может принять ваш звонок. Пришлите смс-повідомлення. Постоянно.
Что-то сбавиться не можно. Моя мама просто выпивает, и я считаю, мозг от этого деградирует. Она меня и била. Ни за что, просто так била. Чем попала, как победа сразу бьет. Последней точкой были слова, что я очень плохая, я отказываюсь от тебя. Для меня дочери больше не будет существовать. Потом у меня был суицид. Я себе и вены порезала, и таблетки тогда глотала. Меня спасли, и после этого мне так захотелось жить. Я поняла, что это глупый поступок, и что выход всегда есть из любой ситуации, какая бы она ни была. Наоборот, наверное, сбежала, потому что в последний момент я не могла с ней жить. У меня тут девочка жила, она сказала, приезжай, я приехала в Киев. Я сама поступила, я сама учусь, я сама добиваюсь. Мама очень сильно тогда на меня давила. Она говорит, что я здесь зарабатываю на свою жизнь своим же телом. Продаю себя. Что я здесь не учусь, а я тут в борделе и так далее. Когда очень сильно плохое настроение душевное, я могу что-то рисовать. В детстве рисовала такие пейзажи. Сейчас больше это лица людей. А у вас все свежее? Перекрасили? Люди немножко удивляются, спрашивают, вы заболели. Каждому ж не будешь объяснять полностью вот такую длинную историю. Неприятно. Особенно, когда это почти каждый говорит. На побачу. Мечтаю. Чтоб голос был. Голос — это моя самая заветная мечта с детства. Скажите, как изменится ваша жизнь, если мы вам поможем? Ну, я смогу говорить. Я смогу нормально устроиться на работу. Так как сейчас я на любую работу не могу устроиться. Везде требуется голос. Но в дальнейшем у меня же будут дети. Я только хотела спросить, вы хотите семью? Да. И детей, да? В дальнейшем, да. Мне будет как-то так очень хорошо, чтобы они слышали именно голос. Хорошо. Ну что, идемте посмотрим. Проходите, пожалуйста. Присаживайтесь. Вы можете отклеить этот пластырь? Да, это больно. Скажите, вы как-то ухаживаете вот за... Вы же все время раздражаете эту кожу пластырем. Да, просто мою, купаюсь. А если вода попадает? Кашляю. Я смотрю, здесь собирается слизь. Вы ее как-то вымываете? Да, отхаркиваю. Отхаркиваете? А мамочку вы снимаете пластырь? Нет. Вы все время с ним ходите? Круглые сутки? А как часто вы его меняете? После купания. Я покупалась, сняла и наклеила новый. Когда пластырь снят, вы чем дышите? Носом или отверстием? Отверстие. Отверстие? И носом. А если вы покашляете? Но слизь это все равно остается. А как вы ее отхаркиваете? Втираю салфеточку. Угу. Мокрой или сухой? Сухой. Как это делается все? Внутри я не могу чистить уже.
Угу. Скажите, а в диаметре оно уменьшилось со временем, это отверстие, или нет? Ну, когда сняли трахеостом, угу, у меня было чуть-чуть больше, сейчас чуть-чуть. Чуть-чуть меньше. И оно так держится уже. Угу. Давно? Сколько? Ну, от 6 лет. Это какой-то ужас. Мы постараемся вам помочь. Спасибо большое. Вам нужна будет консультация отоларинголога, консультация хирурга, консультация фониатра. Знаете, кто это? Да. Угу. Вы никогда не занимались с фониатром? Нет? Нет. Ну, я думаю, что вам это предстоит, потому что вам нужно будет учиться говорить. Вы очень долго шептали. Нужен будет полный спектр общеклинических анализов. В общем, впереди у нас с вами много работы. Вы готовы к этому? Да, готова. Кто вас будет поддерживать? Друзья. То есть вы не одна? Уже нет. Ну, хорошо. Тогда желаю удачи. Мы с вами еще увидимся. Спасибо большое. До встречи, до свидания. До свидания. Продовження історії Валерії дивіться далі у програмі. А ми повертаємося до історії Алли Довгань, яка вже місяць бореться з зайвими кілограмами за допомогою спорту та правильного харчування. Жінка, нагадаємо, звернулася до нас у відчаї. Дуже тяжко жити, так як я живу. Очень скромное питание, при котором я не сбрасываю вес, а просто стараюсь его сохранить, чтобы не набирать. Что вы хотите, чтобы мы сделали? Я хотела бы вертикальную резекцию желудка. Мы перейдем к оперативному лечению в том случае, если это будет единственный выход. Хорошо. Причины незрозумілого набору ваги спочатку шукали лікарі. Гастроентеролог. Ваша повнота не зв'язана з якоюсь патологією гастроентерологічних органів. Та ендокринолог. Пацієнти, страдаючи гіпертиреозом, вони їдять много, у них повищений апетит, но при этом вони худіють. Коли з'ясувалося, що фізіологічних причин для набору ваги немає, ми відправили Аллу до дієтолога, яка скоригувала жінці раціон харчування. Ви п'єте огромні об'єми, да. Ви їдите нереальні об'єми, але обманює себе низькими калоріями. І тому ви ніколи не похудієте. Вот то, что я сейчас вижу, это убийство, потому что ваш организм ничего из полезного не получает. Та тренера В'ячеслава Узілкова, який дав Алі потрібні для схуднення фізичні навантаження. Я хочу, щоб ти полюбила спорт, полюбила заняття в залі, щоб ти сама навчилась многому. Відтоді минув місяць. Та чи вдалося Алі досягти принаймні мінімальних результатів? Виконуєш легко. Не опирайся в ногу, а садимся в середину. 5, 4. Претензій по залу, по тренировкам у мене нет. Сейчас я тебя взвешиваю, и мы смотрим на результат. На первом нашем занятии у тебя было 105-500. Помнишь, да? Да. Ты мне обещала сделать хотя бы минус 10. Да. «94-600. Дай пятерочку. Минус 11 килограмм за один месяц. Аллочка, все в своих руках. Я довольна тем, что я смогла поломать себя немножко. Скорее всего, для меня резекция – это было отчаяние в связи с тем, что просто не уходил вес. Давай, не важно. Теперь можно? Да. Спасибо большое. Отже, заняття спортом свою справу зробили. Але як щодо змін в раціоні? Чи дослухалася Алла порад дієтолога? Хочете рамки? Дам вам рамки. Ну просто это будет в граммах, но это не будет в калориях. Вы можете себе позволить купить орехи, изюм, курагу? Я могу, но это... Нет, это точно есть не буду. Это по калоражу просто бешено. Я вам даю, допустим, срок. Это будет месяц. Вы соблюдаете полностью питание, о котором я вам говорю. Здравствуйте.
Привет, Аллочка, рада тебя видеть. Я тоже очень. Мне нравится то, как ты выглядишь. Спасибо. Мне нравится, как ты улыбаешься. И что ты в хорошем настроении. Но теперь я хочу просто глянуть в твой блокнот, потому что вот он меня так тревожит и беспокоит. И все-таки я хочу увидеть те продукты, которые я тебе рекомендовала. И я надеюсь, что они поселились там. Ну вот, вот так, так можно смотреть. Значит, кофе 40, шоколад. Это язык? Да. Ну, это прекрасно. Капуста, лимон. Морская. Меня это уже радует, то есть ты уже какие-то успехи делаешь. Я тебе хочу сказать, что твой организм вообще за все вот эти годы, он отвык от этих продуктов. Поэтому для него, возможно, для начала это был стресс, потому что ты их не ела. И когда ты начала потребление того, что я тебе написала, ты немножко набрала. Вот почему я говорю, чем чреваты диеты. Я, конечно, буду настаивать на том, чтобы все-таки меню твое было более разнообразным, чтобы ты все-таки не боялась еды. Еда — это не что-то такое, что может тебе причинить вред или там боль или еще что-то. Нет. Ты к ней должна относиться, ну, просто вот как потребность, знаешь. Главное, просто не забывай о том, что ты здесь делала, какой ты опыт получила, и ты всегда знаешь, что ты можешь к нам обратиться, позвонить, и в любой момент семья Узенковых придет тебе на помощь. Спасибо. Спасибо. Давай, будь умничкой. Спасибо большое. Всем до свидания. Счастливо. Наразі Алла отримала всі необхідні знання, аби худнути правильно. І далі вона самотужки досягатиме результату, про який мріє. Однак за півтора місяці самостійного схуднення, незважаючи на те, що змінитися на краще вдалося, Алла раптово попросила допомоги. Достигли результату почти що мінус 25 кілограм. Нет ощущения счастья от достигнутого, хотя очень большая работа проделана. Чувство неудовлетворения результатом, чувство неудовлетворения того, что видишь в зеркале, невоспринимание того, что уже случилось. Чувствую и ощущаю, что, скорее всего, что мы столкнулись с проблемой психологического плана, и мне очень нужна помощь психотерапевта, чтобы решить все эти проблемы свои. Я самостоятельно с этой проблемой не справлюсь. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу, присаживайтесь. Спасибо. Расскажите мне, пожалуйста, что с вами случилось, что вас привело сюда ко мне? Мы сбросили вес, но еще не до той цифры, которая мне хочется. Сейчас вы весите сколько? Сейчас 86 400. Я смотрю, что последние, ну, скажем так, две недели вес остановился. И это спровоцировало булимию, вызывание работы на протяжении часа около 4 раз. Угу. А с целью? Страх, что начнется набор веса. Скажите, а вы вызывали рвоту впервые? Лет 9-10 назад я сбросила вес кардинально, около 80 килограмм самостоятельно, при помощи только диеты, без физических упражнений. И тогда еще в то время я столкнулась с такой проблемой, когда был минимальный вес, была проблема рвоты, то есть поставили диагноз нервная булимия сезонная. Нервова булімія – це психічний розлад, за якого хворі втрачають контроль над споживанням їжі та провокують у себе блювання. Аби не набрати зайвої ваги, хворі на булімію можуть вдаватися до прийому проносних засобів, підрахунку калорій, виснажувати себе дієтами та фізичними навантаженнями. Зазвичай хворі на булімію мають нормальну або ж навіть більшу за норму вагу. І тому здатні довгий час приховувати своє захворювання. Тобто я не могла идентифицировать себя. То есть я в зеркало видела, что это я, но не понимала, что это где-то там себя еще искала, что я должна появиться. Ну, то есть моя психика не перестроилась к тому сбросу веса. Мы работали с психотерапевтом очень долго, на протяжении 2 лет. Вот так я выкарабкалась из этой ситуации. Но сейчас я уже не могу контролировать чувство голода. Оно навязчивая идея просто. Алла, какая навязчивая мысль постоянно угнетает, мешает? Как она звучит? Еда, 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 еда. А сейчас вот вы худеете, вы пытаетесь прийти к какому-то весу. Сложно. Кстати, к какому весу вы хотите прийти? 75. Почему именно эта цифра? Я просто помню себя в этом весе. Это очень комфортно, это очень хорошо. Вы о свободе какой-то говорите? Да, 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 да. Я сейчас в рамках, я сейчас, ну... Скажите, пожалуйста, а что вам не дает быть свободной сейчас? Вот здесь сейчас.
Я еще не такая, как должна быть. Я еще не в своем теле. Знаете, как я очень долгое время живу с той мыслью, что вот у меня тело отдельно, голова отдельно. Да. Да. А для того, чтобы оно сошлись, там должно быть 75. Нет. Может быть, любая цифра. Я, честно говоря, я даже не знаю, буду я ли в этом весе счастливая, честно. Ну, так, откровенно. Вряд ли. И вы это понимаете. Просто есть иллюзия и надежда на счастье. Потому что вы помните те ощущения, когда вы весили 75. Ну да, это страх потерять. Да. И сейчас страх потерять. Угу. И, возможно, это был единственный опыт в вашей жизни, когда вы были счастливыми. Поэтому вы так к нему стремитесь. Вы сейчас открываете глаза и лишаете надежды. Верно. Я открываю ваши глаза и лишаю вас иллюзий. А надежда есть в реальности. Не в иллюзии. Для меня эта иллюзия сейчас только самая главная мотивация. И когда вы придете к этой иллюзии, там будет только одно – это разочарование. И каждый килограмм, каждые 100 грамм, которые будут отличать вас от 75, будут вызывать у вас желание вызывать рвоту больше. И вы это понимаете. Потому что вы будете цепляться максимально за этот вес. И в итоге вы ограничите свой мир настолько, что будет только два понятия в вашей жизни. Это вы и цифра. Ну и сейчас так есть. Поэтому здесь очень важна помощь. Уже вы не одна. Спасибо. Комплексная помощь. Чтобы мы помогли вам стать замечательной женщиной. Хорошо, спасибо вам большое. Все, до свидания. До встречи. Отже, впродовж наступних кількох місяців Аллою опікуватимуться психотерапевти в спеціалізованому реабілітаційному центрі. Та чи допоможе це розпочати жінці нове життя, про це трохи згодом. А зараз час нового та вкрай небезпечного експерименту. Вы готовы есть еду из мусорного бака? Нет? А знаете ли вы, что некоторым продуктам из вашего холодильника самое место на помойке? Катя вирішує розпочати експеримент з провокації. Молодые люди, ответьте мне на пару вопросов. Да, конечно. Вы готовы есть еду из мусорного бака? Нет, конечно. Нет, а зачем? Нет, конечно. Нет. Нет. А если очень голодный? Нет. 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 Почему? Ну, противно. Потому что это отброс. Но есть такие холодильники у людей, в которых там отбросы тоже присутствуют. Ну, это их выбор, это их право. А как у вас? А просроченные продукты есть? Нет. Вы уверены в том, что в вашем холодильнике нет просроченных продуктов? Уверен. Бывает такое, что вы забываете что-то он съесть? Он не портится. А вы питаетесь только бурбоном? Практически, да. В холодильнике у меня бурбон и лед. А у вас в холодильнике все продукты с хорошим сроком годности, ничего не портится? Ну, стараюсь. Стараемся. Я проверяю тогда, когда в магазине покупаю. А у вас такие продукты в холодильнике встречаются, про которые вы знаете, забываете? У меня нет. Я живу одна, и я очень рационально к этому отношусь. Наші опитані запевняють, в їхніх холодильниках ідеальний порядок. Що ж саме українці роблять з продуктами, в яких закінчився термін придатності? Смотря что просохочилось. Например? Ну, если кефир, я оладьи могу. Кефир? Да. И что да. вы с ним делаете? Блинчики рублю. Угу. Я знаю, что стоит хлеб и что стоит кусок мяса. Конечно, им надо найти какое-то применение. Мусорник я никогда не выбрасываю. Не выбрасываете? Выбрасываю. Нет. Нет. Не то, что прямо выбрасываю. Если это собакам бывает отдаю. Они съедают, и с ними пока что еще ничего не произошло. А если плесень на сыре, допустим? Срезали, там где нету плесени, да. Съели. И нормально. Ну, жива ж пока. А кто-то вообще травился?
из ваших вот друзей? В общаге была так, ну, в такой случай. Был такой случай? Взяла чужую еду и потом вызывала скорую ночью. Потому что взяли чужую еду. Было пищевое отравление? Да, промывала жирная палочка была у нас. Ух ты! И были такие случаи, что кто-то отравился? Да, было дело. Было дело? Да. Купил этот творожок. Было очень плохо. Мясом. Мясом? Кто-то из дома передал, да? Да. Дело в том, что не пахло, было нормальное мясо. И сколько человек отравилось? Двое. К врачам обращались? Нет. Нет? За статистикою, щорічно в світі від харчових отруєнь помирає близько 2 мільйонів осіб. Майже 75% цих випадків – діти. Что ж, украинцы уверены, что их холодильники безопасны для здоровья. Так ли это на самом деле? Проверим прямо сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вам. Я готова приступить к уборке. Катя вирушає до квартир киян, які думають, що беруть участь в присвяченому чистоті експерименті. Проте вони навіть не здогадуються про справжню мету візиту нашого лікаря. Здравствуйте. 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 Добрый день. Меня зовут Катерина. Ивана. Это Маргарита. Федор. Специалист из клининговой компании. Маргарита розпочинає свою роботу, а от у Каті інший план. Меня как доктора интересует ваш холодильник. Можно мне в нем немножко покопаться? Пожалуйста. Можно? Спасибо. Наш лікар вирішила зазирнути до холодильників українців не через просту цікавість. Добро пожаловать. Спасибо. Мені дуже подобається це названня. Мікроби стоп. Адже неуважність до продуктів, які зберігаються на поличках, іноді може коштувати надто дорого. Зелень в кульочки. Так, а це у нас? Це риба. Да. Ну, судя по виду, вона свіжа. Да, да. Да. Угу. От утром жарила. Так, хорошо. Да, завалялся лук. Можна я його випишу? Конечно. Лише одна зіпсована цибулина. Результат непоганий. У вас вообще часто вот такое происходит, что что-то заваливается? Как... Ну, вы же видели там на нижней полке. Не заметила. Оптимістично налаштована Катя вирушає до наступної квартири, де на неї чекає вдвічі більше роботи. Здрасте. Здравствуйте. Боже, какие маленькие. Можно? Да. Добрый день. Добрый. Я бы хотела осмотреть ваш холодильник, если вы не против. У нас два холодильника. Это прекрасно. Так, начнем с этого? Да. Окей. Так, какой-то с пенкой. И давно... Да, узнали. А сколько ему дней? Недель? Не знаю. Что-то мне кажется, что он уже не очень хороший. А это что? Не знаю, как лето, походу. А сколько им? Ой. Времени. Не знаю. Да. Так, капуста. Это еще ничего. Ну, этот совсем сдох. Да, наверное, с Нового года еще лежит. Плесень уже присутствует. Ну да. Навіть якщо ця родина і не збиралася їсти вкритого пліснявою фрукта, він уже встиг завдати шкоди їхньому здоров'ю. Як саме, про це трохи згодом. Второй будемо перевіряти? Не знаю. Ви не уверені? Вже ні. Вже ні? Ні. Молоко. Сьогодні у нас яке число? 22-е, так? 22-е. А молоко у нас до 21-го. Так. Куди дінемо? Туда же. Катя неприємно здивована, адже батькам маленьких дітей слід особливо пильно стежити за вмістом холодильника. Так, ну здесь все вроде более-менее ничего. Сыр у нас тут какой-то. Сыр. До 18.04. Можем? Конечно. Угу. Спасибо. У меня сегодня чудесный улов. Прямо із одної квартири. Після цього прибирання доводиться спустошити відро. Адже на черзі ще кілька помешкань. Навіть у майже ідеальних холодильниках знайшлося чимало зіпсованих продуктів. Печаль.
Ну, Ань, ого. Ти мене сьогодні кормила ківі. Це ми. Воно було нормально. Розставання, з якими не завжди було безболісним. Це у нас м'ясо, просрочене. Не успіли з'їсти. Вибрасуємо. Собачкам піде. Жалко. Собачок или м'ясо? Собачок. Собачок жалко. Хорошо. Наостанок Катя вирішила навідатися до хлопця, який має знати про продукти та їхнє зберігання все. Здравствуйте, Катя, заходите. Заходите, заходите. Що ж ховає в своєму холодильнику один з найяскравіших учасників кулінарного проєкту «Мастер-шеф» Вітя Перехрест? Це мені мама навчила. Ну, вона приготувала якось це, і мені подобалося. Дякую вам. Спасибо вам огромное от души. Молодец, Витя! Тут у нас чего? А, это грязная тарелка, я прячу грязную посуду, чтобы не мыть. Чтоб что? Чтоб не мыть? Да, да. Да, красота тут у вас. А это у нас что? Боже мой. У мене всі сроки за нормами ДСТУ. Я вам кажу, ви нічого не знайдете, мені скривати має чого. А, це чебуреки. Ну, мот їм чуть більше дні. Більше? Це скільки? Ну, 4, ладно. 4-3. Мот, давайте вибрашу їх, ладно. Що тут у нас? А, це така штучка зараз. Ну, вона з дуже красивою плесенью. Ну, це так, вибрасуємо. Ні, ну це ще. Ну це ще нормально. Ну воно все одно все обжарюється, там всі мікроби б'ється. Правда? Хорошо. Вітя, як і багато хто з українців, вірить, що термічна обробка здатна перемогти мікробів та плісняву. Чи так це насправді? Дізнаємося згодом. А що ви от з цим збираєтеся? Це зелень, походу. Упакован он 17.07.16. А сьогодні яке? Та у нас год сьогодні. Вообще-то. Год у нас 17. Ну, резиночка сохранилась, знаешь, нормально. Да. Ну, я не буду оправдывать свои продукты. Ну, выбрасываем так, выбрасываем. Уже я считаю, что такое случилось, и что? Ну, надо думать, чтобы больше такого не повторилось. Вот. Вот для этого я предлагаю вам завтра поучаствовать в продолжении нашего эксперимента, чтобы вы узнали, как таки правильно хранить продукты в холодильнике. Я согласен уже ведь до конца. Я завтра буду. Попрощайтесь. Все, спасибо. С этим. Спасибо, никогда не прощаюсь. Спасибо вам. Проверив всего несколько холодильников, я сумела наполнить вот это мусорное ведро. К чему может привести нежелание выбрасывать продукты вовремя, узнаем совсем скоро. Дивіться далі. Які саме помилки в зберіганні? Возьми эту колбасу. Да, да. На, отвечай, она специального копчения. Можуть призвести до вибухових наслідків. 3, 2, 1. І просто зараз по консультацію лікаря прямує Валерія Абдуліна. Нагадаємо, дівчина звернулася на проєкт через відсутність голосу. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, почему вы так тихо говорите? Я с детства болею с 4 лет. У меня были операции с 4 по 6 лет, 13 операций. Поставили диагноз папилломатоз гортани. Я задыхалась очень сильно, это было на грани. Мне пробили горло. Что значит пробили горло? То бишь поставили стому. Трахеостому? Да. Вы до сих пор с ней? Нет, мне ее сняли. Перенесена в дитинстві операція залишила страшний слід на шиї дівчини. Я смотрю, здесь собирается слизь. Скажите, а в диаметре оно уменьшилось со временем, это отверстие, или нет? Ну, когда сняли трахеостому, угу. У меня было чуть-чуть больше, сейчас чуть-чуть. Чуть-чуть меньше. Лікар-отоларинголог готовий оцінити стан пацієнтки. Здравствуйте. Добрий день. Як тебе звати? Валерія. Скільки тобі років? 18. А коли ти останній раз бачив вашого доктора? Я б навіть не пам'ятаю. Ти можеш відклеїти чи мені відклеїти? Це стомка, не? Да? Закривай. А як ти дихаєш? Зараз носом. А при фізичних навантаженнях? Нормально. Ти давай попробуємо. Давай.
ми перевіримо, як вона дихає при фізичних навантаженнях. Ну, такої, можливо, середньої ступені. Друзі, сідаємо. Дихаємо носом. Носом, носом. Глибоко дихаємо. Ось проблем з диханням в тебе немає, так? Да? Немає. Ти даєш фізичні нагрузки, да, і все нормально. Да? Зараз я подивлюсь гортань тобі, добре? Тобто у тебе проблема з голосом, я так розумію, да? На першому місці, так? Да? Так. Проблеми з диханням немає, так? Да? І ще разочок, коли останній раз тобі видаляли папіломи? В 6 лет где-то. І з тих пір нічого не робили, так? Да? Девочка, давай язик. Дихай, спокійно, спокійно. Ширше рот, спокійно. Спокійно дихай. Гортань, в принципі, чиста. Там є мембрана. Рубцьова мембрана в передній комісурі. Досить велика. Папілом я не бачу. А ну попробуй сказати. І. Е. Різко. Е. Коли ми розмовляємо, гортань – це орган, який генерує звук, то звук виявляється за рахунок голосових складок. А є ще так звані ложні складочки. То, що я зараз чую, можливо, в неї ложно-складочний механізм. Ну, ще разочок язик. І. Дихаємо. Е. Да, ложно-складочки. Е. Угу. Між голосовими складками утворилася рубцева мембрана. І вона заважає нормальній функції голосових складок. Такі мембрани утворюються при папіломітозі гортані, коли оперують, виникає травма з двох сторін. А в дитячому році це її робили, гортань була дуже маленька, і ця травма призвела до рубцювання. Підемо спочатку на видалення цієї мембрани, скажімо так, на ендоскопічну пластику гортані. І ми постараємося, коли ми розширимо гортань, ми постараємося края цих складочки зшити. Наркоз можна провести, штучну вентиляцію легень можна провести через цей отвір. А зашивати потім будуть? Зашити не проблема. Дядечка, зашити цю дірочку – не проблема. Пластика цього отвору робиться навіть під місцевою анестезією. Тобто на першому етапі це максимально зменшити цю мембрану. А потім перейдемо до фонопедичних вправ. А скільки шансів є на те, щоб голос появився? 100% гарантії я тобі дати не можу. Але ми будемо намагатися зробити максимально, що від нас залежить. Ну, покращити голос, я думаю, ми зможемо. Ти погоджуєшся наперед? Я згодна на операцію. Це шанс для того, щоб відновити моторну функцію. Спасибо большое. Що ви говорите? До свидання. Чи здобуде Валерія такий бажаний голос, дізнайтеся у наступних програмах. А в нашій столичній клініці продовжує прийом Катерина Безвершенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Андрей. Очень приятно. Меня зовут Лиза. Меня Катерина. Очень приятно. Кто пациент? Я пациент. Моя дочь, да. У меня 4 года назад появились прыщики. Сначала на спине, потом на попе. Они твердые, ну, такие, как маленькие шарики, и часто выделяются оттуда гной. Мне это дискомфорт причиняет, и я хочу от этого избавиться. Скажите, пожалуйста, вы с чем-то связываете начало этого? Нет, я не знаю. Мы считали, что это возрастное. Вы покажете мне вашу проблему? Да, хорошо. Тогда проходите, пожалуйста. Так, ну здесь мы видим множественные элементы, основные из них уже стадии разрешения, некоторые вот зарубцевавшиеся, это, видимо, старые элементы, вот это самый свежий, но он уже в состоянии разрешения. То есть отсюда уже ничего не выделяется, да? Нет. Угу. Здесь больно? Больно. Здесь больно. Здесь? Нет. Нет. Угу. Thank you.
есть следы незначительные вот в подъягодичной складке. Несколько остаточных явлений. Лиза, как вам это мешает в жизни? Мне сложно сидеть на твердой поверхности очень долго. Вот, и когда я переодеваюсь в раздевалке, я стараюсь, ну, чтобы не показывать свою попу. А бывают периоды, когда вам лучше, летом, например? Ну, бывает месяц есть, оно набухает, вот это твердее становится. А бывает, просто уходит. Я не знаю, из-за чего оно так. Вже 4 роки вся родина намагається здолати хворобу Лізи самотужки. Мати підбирає ліки. Когда мы мажем это все, оно проходит. Оно пропадает. А потом снова появляется через какое-то время. Я так понимаю, что это, скорее всего, какая-то инфекция в крови. А батько намагається допомогти доньці у власний спосіб. Мы были не у одного врача. Ну, это мой ребенок. До того времени, пока есть эта проблема, это мешает ему полноценно жить. Вот, это мешает и мне. Батьки хвилюються, що через проблему Ліза закривається у собі. Были такие моменты, когда она действительно расстраивалась. Вот мне хотелось бы, чтобы у моего ребенка всегда было хорошее настроение. Та найбільше їх засмучує, що через прыщі на сідницях дівчині довелося покинути танці. Самое интересное, конечно, это вот была латинская программа, где она вот, ну, просто блистала действительно. Сама ж Ліза мрія лише про одне. Я хочу, щоб вона просто ісчезла і все. Я даже готова хірургічним путем это решить. Скажіть, пожалуйста, ви обследувались в общем і цілому? Ми вважали, що це возрастное. Угу. Вот. Обратились, естественно, спочатку в поліклініку по місту жительства. Угу. Сначала сказали фурункулез. Да, прописали мазь, но оно мне не помогло. Мы пришли опять-таки к этому же врачу. Он сказал, что это не к нам. Да, то есть потом говорит, попробуйте к иммунологам сходить. Mm-hmm. Вот. Иммунологи сказали, что надо бороться с, вот, с глистами, что это они вызывают такой эффект. Вы сдавали кровь или кал? Что вы сдавали? Кровь и кал. Mm-hmm. То и то сдавал. У меня в сумке есть, в принципе, то, что нам врач прописывал. Вот я взяла с собой. Вот. Принесите, пожалуйста. Угу. Так. Аскариды или амблии вам поставили диагноз в институте иммунологии. Так, написали кровь вирусная. Ну что конкретно? О каких вирусах идет речь, не сказано. Да, у вас был действительно такой серьезный достаточно курс. Далее, здесь указано, что противогельминтная терапия проводится всем членам семьи. Это было? Да. 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 Контрольные анализы после этого вы проходили? Нет. Почему? Нам не сказали. Просто та проблема, которую у вас нашли, могла влиять на иммунную систему. Угу. И после того, как вы пролечили гельминтов, нужно было еще раз сдать анализ на них, для того, чтобы понять, было ли это лечение эффективным. После этого уже мы поехали в кожвенный диспансер. У дерматолога там. Вот. Он опять-таки указал на фурункулез. Угу. Вот. Но лечение опять-таки ни к чему нас не привело. Я не знаю, кто виноват, правда, в этом. Не, ну, одно дело, мы вообще к врачам не обращались. Ну, вы мало вот к врачам обращались за 4 года. Возможно. Но это непозволительно мало. Вы связаны со спортом и с физическими нагрузками с раннего возраста. Это общие раздевалки. Можно было получить дополнительное количество инфекций. А какая это инфекция, мы до сих пор не знаем в течение 4 лет. Вы фактически не обследованы. Вам предстоит полный комплекс обследований. И вообще нужно разобраться, что с гельминтами, вылечились они или нет. Ну и тогда будем принимать решение, что делать. Я желаю вам удачи. До скорой встречи. Спасибо. Всего хорошего. До свидания.
Що викликає появу прищів на сідницях дівчини, спробуємо з'ясувати на обстеженнях. І спершу Ліза відвідає дерматолога. Здравствуйте. Доброго дня, Ліза. Розкажіть, що вас привело до нас? У мене з'явився прищик 4 роки назад. Один чи декілька їх було? Прищиків кілька на попі. Якась регулярність є? Там літом більше, зимою менше? Чи ну от зараз, наприклад, я стала менше займатися спортом, і вони практично ісчезли. Давайте подивимося, як це виглядає зараз. Добре? Добре. Угу. Знизу, я так розумію, тут цей активний новий елемент висипу? Так. Да. Ну, він поки м'якенький, потім він набухає і становиться твердим, і оттуда виділяється гній. Розумію. Ну, такий хронічно рецидивуючий фолікуліт. Скажіть, будь ласка, можете вдягатися. Бак посів ви здавали колись гною? Ні. Значить, Ліза, важливо, ну це інфекційний процес, зрозуміло, відбувається. Угу. І які причини його, будемо розбиратися, може бути насправді просто такий хронічний інфекційний процес, періодично який загострюється, він виснажує місцевий імунітет. І ваша шкіра вже не спроможна настільки ефективно боротися з новою інфекцією, тільки додаткове якесь переохолодження, зниження вашого імунітету, там більше потіяти на спорті, як варіант, активізовується стара інфекція. Угу. Значить, завдання все-таки розібратися, що ж там за мікроб. І, в принципі, зараз час хороший, тому що якраз дозріває черговий запальний елемент. Ми його лікувати не будемо, а здамо, ну, поки не здамо бак посів. Здаємо бак посів, визначаємо, який збудник там, який мікроб викликає цю інфекцію. Що таке бак посів? Значить, береться виділення гнії, да, і він висівається на поживне середовище, і потім можна визначити, що саме за бактерія. Стрептокок, стафілокок, який його підбив. Uh-huh. І паралельно визначається чутливість цієї бактерії до антибіотиків. В будь-якому випадку зараз маємо активний процес, нас цікавить, який мікроб ну, на сьогодні там домінує, який викликає ці всі речі. Тому що то, що тут мікроб є, це однозначно. Значить, я вам напишу зараз скерування на бак посів. Потім ми з вами зустрінемось після результатів аналізу і визначимось, чи потрібен нам антибіотик, чи він не потрібен. Ну, може буде, що все пройшло. І... Але я думаю, що враховуючи такий хронічний перебіг, тут, мабуть, доведеться все-таки додати антибіотик. І... Ну, а далі вже по результатам. Отже, на думку лікаря, Ліза страждає на фолікуліт – інфекційне запалення волосяного фолікулу. І аби вилікувати дівчину, потрібно за допомогою додаткових обстежень знайти збудник хвороби. Та про те, чи вдасться це – вже в наступних програмах. А ми знову повертаємося до Київської клініки, де на чергову пацієнтку вже чекає Валерій Ославський. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу вас, присаджуйтесь. Як вас зовут? Мене зовут Яна. З якою проблемою ви к нам приїхали? Меня беспокоит мой нос, и в частности его внешний вид и а то, что в нем не так. Он очень маленький. Вы родились с таким носом? Да, с таким носом. Скажите, у кого-то в семье была такая проблема, как у вас? У моего отца такой самый нос. Формы? Да. Он был на учете у Лора? Это не могу ответить, потому что он умер, когда мне было 5 лет. На фотографиях, которые у меня сохранились, это очевидно, что такой самый нос. Пока вы не начали говорить про свой нос, я на него не обращал внимания, честно. Почему вы так решили? Сбоку он не такой красивый. Повернитесь боком. Он как будто отсутствует эта часть совсем. А как это мешает вам жить? Нос на улице не дышит. Угу. Я все время хожу, дыша ртом. Угу. Я поднимаюсь на второй этаж, у меня уже отдышка. Угу. Хотелось бы, чтобы можно было свободно дышать и как-то улучшить эстетическую форму. А эстетическая форма вам мешает жить? В школе мальчики, одноклассники дразнили, сильно дразнили, обзывали. Как обзывали? Сравнивали с собачкой пекинесом. В школе я дралась с мальчиками. Мне было это настолько больно. И обидно.
что я таким образом, что их била, я защищалась. Давати відсіч кривдникам Яна навчилася. Але сама в ролі забіяки почувалася вкрай некомфортно. В школі мені нравились мальчики. У мене навіть були попытки обратить на себе внимание. Через однокласника ми передали записку. Это было наивно, конечно. Ответ был категоричный «нет», потому что, ну, как бы страшненько, что я неинтересна, как девочка. Комплексуючи через свою зовнішність, Яна навіть не спробувала здійснити найзаповітнішої мрії – стати стюардесою. Некрасивых стюардес не может быть. Должна быть девушка как с обложки, идеальная. Поэтому я не подхожу по этим параметрам, точно. Я для себя так считаю. Люди смотрят на улице, в маршрутках, хихикают. Но я воспринимаю это все на свой счет. И я появляюсь, обязательно обращают внимание, обсуждают мой нос. Я хочу поскорее уйти, закрыться и не видеть никого. Вона моя принцеса. Я завжди кажу, що я її дуже люблю. Сподіваюся, що в неї зміниться життя на краще. Давайте попробуем. Носовая перегородка есть. Вот она. Есть изменения непосредственно самой формы ноздрей. Ну, я допускаю мысль, что за счет искривления перегородки есть нарушение дыхания носом. Хорошо, прошу вас. Проходите, присаживайтесь, сейчас мы продолжим. Итак, подводим итог. Вас консультирует наш пластический хирург. После этого решается, что с вами делать дальше. Берегите себя, удачи вам. Спасибо большое. Всего доброго, до свидания. До свидания. Присаживайся. Отже, Яна в пластичного хірурга. Він перш за все проводить спеціальну процедуру фотопрогнозування. Вона дозволить побачити результат, до якого прагнутимуть хірурги. То, чего хотелось бы. Мне нравится. То есть вот это так и оставляем, в этом плане утверждаем? Да. Але про те, як хірурги коригуватимуть Яні ніс, згодом у програмі. Тим часом інша наша пацієнтка Алла Довгань продовжує боротися з психологічними проблемами у стінах реабілітаційного центру. Раніше жінка протягом місяця худла на тренуваннях під керівництвом В'ячеслава Узілкова. 94,600. Дай п'ятерочку. Мінус 11 кілограм за один місяць. Та завдяки рекомендаціям Марини Узілкової щодо правильного режиму харчування. Я, конечно, буду настаивать на том, чтобы все-таки меню твое было более разнообразным, чтобы ты все-таки не боялась еды. За кілька тижнів самостійних занять Аллі вдалося скинути вагу, проте це не зробило її щасливою. Чувство неудовлетворения результатом, чувство неудовлетворения того, что видишь в зеркале, невоспринимание того, что уже случилось. Я самостоятельно с этой проблемой не справлюсь. Аби допомогти жінці впоратися з психологічною проблемою, ми відправили її на прийом до психотерапевта. Я вже не можу контролювати почуття голоду, воно навязчива ідея просто. Це спровоцировало визивання роботи на протягом часу, около 4 разів. А з цілею? Страх, що почнеться набір весу. Продовж місяця Алла щоденно займалася з психотерапевтами. Вони мали переконати жінку, що зациклюватися на їжі та підрахунку калорій не варто. Бо через прагнення схуднути понад усе, Алла позбавила себе найважливіших для жінки речей – сім'ї та дітей. Для Аллы самым важным фактором, который влияет на ее лечение, является то, что мы забрали ее способность контролировать то, как она питается, то, как она живет, то, как она выглядит. Соответственно, степень тревоги у нее ушла. И она чувствует себя счастливой не от того, что она худеет.
Она чувствует себя счастливой от того, что у нее стало все получаться. Здравствуйте. Привет. Проходи. Расстилай, ложись головой сюда, а покрывалку давай мне. Сегодня мы с Аллой проведем сеанс психотерапии и проведем такое упражнение, которое позволяет глубоко окунуться в подсознание клиента и позволяет открыть какие-то базовые чувства. Это то, что очень важно для Аллы, потому что ее базовые чувства, они все прикрыты пластами переживаний в процессе ее жизни. Мне важно какие-то такие более жесткие методы психотерапии, более резкие, более глубокие применять к ней. И я думаю, что после сегодняшнего сеанса она поймет, что такое дышать и что такое ценность жизни. Максимально постарайся представить то, о чем я буду говорить, и войти в тот образ, о котором я буду говорить. Я тебя накрою. А сейчас представь, что ты гуляешь по опушке леса. Погода мерзкая, противная. Гроза, дождь. И ты идешь и видишь впереди кладбище. Проходит траурная церемония. Ты засматриваешься в гроб и видишь там себя. Твои близкие подходят к краю могилы, чтобы бросить последнюю горсть земли. И ты ощущаешь, как этот песок падает тебе на крышку гроба. Ты умерла. Сеанс психотерапії може проводити лише професійний лікар. Не намагайтеся повторити побачене в домашніх умовах. Не извинилась перед всеми. Замуж не вышла. Ребенка не родила. У тебя сейчас возникают эти потребности. Да. Извиниться, выйти замуж, родить ребенка. И ты боролась, ты не дала мне задушить тебя. Ну да. Для чего-то ты это делала? Инстинкт. Дышать, жить. Ти хочеш жити? Да. Чи вдалося жінці впоратися з психологічними проблемами та розпочати нове життя? Про це далі у програмі. Ми продовжуємо експеримент, присвячений місту холодильників українців. Напередодні наш лікар особисто перевірила, які саме продукти зберігаються в учасників експерименту. Упакован он 17.07.16. А сьогодні какое? Да у нас год сьогодні. Ну, этот совсем сдох. Плесень уже присутствует. Ну да. Так, выбрасываем. Можно я его выброшу? Конечно. І в кожному холодильнику знайшла чимало зіпсованої їжі. Результати перевірки вразили Катю, адже проведене опитування готувало її до іншої картини.
Вы уверены в том, что в вашем холодильнике нет просроченных продуктов? Уверен. До чого може призвести така недбалість, з'ясуємо просто зараз. Здравствуйте. 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 Я вас приветствую на испытательном полигоне. Как вы думаете, почему мы именно здесь? За то, что вы в меня забрали базилик, який рік назад, да, лежав. Будем выращивать. Вот в этом мусорном баке все то, что я вчера у вас насобирала. Поэтому сегодня мы с вами здесь будем учиться, как отличить опасные продукты и неопасные. Вы согласны? Да. Да. Идемте? Давайте. Вчера я копалась в ваших холодильниках. Сегодня будете делать это вы. Согласитесь со мной, что любой продукт испорченный – это бомба замедленного действия, лежащая в холодильнике, ведь так? Да. Которая да. может оказаться в ваших желудках. У нас есть 20 продуктов, они перед вами. Среди них 10 потенциально опасных и 10 тех, которые можно употреблять в пищу. На нашому столі залишки борщу та алкоголю, відкриті консерви, побілілий шоколад, прострочені спеції, пельмені, тістечка, макарони та олія, домашнє молоко, консерви в пошкодженій бляшанці, салат зі святкового столу, вкриті пліснявою салямі та морква, чорні помідори, загуслий мед, сир та батон з пліснявою, домашні яйця, квашена капуста в оцинкованому відрі. Всі ці продукти мають невеличкі вади, проте лише 10 з них можуть стати причиною серйозного отруєння. Це підтвердили як дані лабораторного дослідження, на яке ми заздалегідь відправили усю задіяну в експерименті їжу, так і мікробіолог Оксана Вольська, котра також їх перевіряла. У вас є всього 5 хвилин, в течение яких ви повинні будете відібрати 10 с вашей точки зрения безопасных продуктов и спрятать их в холодильник. Время пошло. Так, смотри. Голодный. Срок годности давайте смотреть. От меда добрать, отвечаю. Майже кожен продукт викликає бурхливу дискусію. Я не знаю, салат майонез, наверное, вряд ли. Мы же не знаем, сколько он стоит здесь. Да не трогай. Нормально. Вітя дуже ризикує, адже салат з майонезом, що побував на столі, дуже скоро починає псуватися. Тут в нас є знахідки, є загальне мікробне число і перевищення, норма 1 на 10 четвертій, а ми виявили більше, ніж 3 на 10 у шостій. Загальне мікробне число – головний критерій оцінки зараження продуктів або водойм. Навіть умовно патогенні бактерії занедбалого зберігання починають активно розмножуватися. І це може призвести до важкого отруєння. Не всі збудники гинуть навіть за термічної обробки. Це молоко, яке придбали на базарі. Тут ми бачимо Escherichia coli, яка відноситься до бактерій групи кишкової палички. Його обов'язково треба кип'ятити і вживати тільки після термічної обробки. Возьми эту колбасу. Да. Ты серьезно? Да. На, отвечай, она специального копчения. Да вы должны запомнить, что на колбаске, на салями сырой вяленой, может быть только белая плесень. Вот мы видим мицелий. Очень красиво просматривается. Он проходит через всю шкурку. Большое количество спор. То есть это говорит о том, что этот продукт был приготовлен при помощи культурных грибов, так называемой благородной плесени. Она не выделяет токсинов. То есть все грибы живут на продуктах, и все грибы питаются этими продуктами и выделяют в продукт определенные вещества. И вот в продукты, такие как колбасы, сыр камамбер, другие продукты, которые получаются при использовании плесневых грибов, они выделяют биологически активные вещества, такие как витамины, ферменты, кислоты органические всевозможные. И продукт становится вкуснее. Що ж, салямі – саме місце в холодильнику. А от інші продукти з пліснявої учасники справедливо ігнорують. Адже позеленілий батон не врятує навіть зрізання пошкоджених ділянок. А тепер ми побачимо саму м'якоть батона і спробуємо там знайти міцелі гриба.
Вот есть споры. Ну вот, проходит веточка мицелия. То есть видим, что вот мы отщипнули небольшой кусочек мякоти, и уже у нас есть мицелий внутри, прорастание. Обрезать не поможет. Також ми перевірили нібито невражені пліснявої ділянки моркви твердого та м'якого сирів. У кожному зразку ми знайшли спори диких пліснявих грибів. Плісень проникає дуже глибоко, а якщо не проникає сам міцелій, то проникають токсини. Это не просто какие-то сине-зеленые пятнышки, да? А что это именно грибы. И что каждая маленькая спора этого гриба способна нанести вред организму человека. Во-первых, это может быть простое алиментарное отравление. Можно приобрести очень серьезные аллергические проблемы. Причем, если вы захотите приготовить нечто термически обработанное, то у вас тоже не получится ничего, потому что у вас нет тех температур, при которых вы убьете споры гриба. В принципе, если они съели станцию МИР, то я не думаю, что вы сможете их убить в своей микроволновке. В холодильнике перемещается воздушная масса, с которыми перемещаются в том числе и споры грибов. Поэтому очень важно холодильник обработать раствором уксуса или просто уксусом 9%, и тогда будет гарантия того, что нет ни бактерий, ни грибов. Давайте яйца возьмем. Почему нет? Их нужно помыть, перебрать. Ну хорошо. Кстати, но может быть, нет, нужно было в воду там окунуть. Алло. Да, что? Что? Да, дядька, яйца в воду. Они если всплывают, значит уже плохие. Если тонут, хорошие. Цей хлопець абсолютно правий. Найпростіший спосіб перевірити свіжість яєць – занурити їх у воду. Якщо яйце спливає на поверхню, з'їсти його вже не можна. Шпроти убери, от колбаса. Ні, яйця не треба вимивати. Шпроти. Шпроти, шпроти не ставте. Вони ж відкриті, їх треба було пластикувати. Время вийшло. Ну що, давайте перевіримо, наскільки ви були праві. В реальному житті вживання небезпечних продуктів може призвести до вкрай важких наслідків. Предлагаю всем отойти на безопасное расстояние. У нашому ж експерименті, якщо учасники припустяться хоча б однієї помилки, холодильник вибухне. Сейчас вы увидите, все ли вы сделали правильно. 3, 2, 1. Да-да-да. Ничего себе. Как вы думаете, где вы допустили ошибку? Ну, возможно, не посмотрели срок годности на макаронах. На макаронах? Макарон? Да. И они взорвались. Значит, макароны могут храниться дольше заявленного срока годности, но при правильном хранении. Если они странно выглядят или плохо пахнут, тогда лучше не рисковать. Те ж саме стосується меду, олії, міцного алкоголю та спецій. Чорні помідори. Як ви думаєте? Такий сорт. Правильно. Є дійсно такі сорта овощей і фруктів, які можуть виглядати странно, але, тим не менше, вони совершенно пригодні к употреблению. Якщо ви уверені в їх свіжості, то їх можна употребляти в пищу. Пельмені. На самом деле продукты, которые подвержены глубокой заморозке, они действительно могут храниться долго. Другое дело, что нужно следить за тем, не размораживался ли этот продукт, потому что тогда его уже использовать нельзя. Тоже, кстати, касается и мяса, которое находится в морозилке. Так, шоколад. Что-то вы его решили не брать. Выглядел он явно не свежим. Это не плесень. Шоколад этот съедобен, просто это может некоторым образом влиять на вкусовые качества, и поэтому люди предпочитают его не есть, но отравиться им очень сложно. Білий наліт – наслідок різких перепадів температур. У теплому приміщенні какао-масло проступає у вигляді крапель, холодному – кристалізується на поверхні. Пирожне з заварним кремом. Они уже подсохшие тоже были. Да, ветреные. Это ветреные, да, поэтому мы их не взяли. У них очень ограниченный срок хранения у пирожных с заварным кремом. Для домашних сладостей это 12-36 часов. Для тех, которые были произведены промышленным способом, чуть больше. Но надо смотреть на упаковке и не забывайте про правила 2 часов, особенно касательно торта с кремом. Если продукт пребывает при комнатной температуре более 2 часов, его лучше просто выбросить.
Если же температура, при которой находился этот продукт, превышала 30 градусов, то есть лето, жара, например, этот срок сокращается до 1 часа. Сразу прячьте это в холодильник, не оставляйте на столе. Борщ. Не, есть его можно было, но нельзя было. Ему было 5 дней. Здрасте. Некоторые считают, что чем дольше борщ стоит, тем он вкуснее. Но из-за того, что это мясной отвар, чем дольше он стоит, тем благоприятнее среда для размножения всевозможных бактерий. Капуста даже там была, но вроде нормально же была, вы сами же бачили. Вопрос, в чем она была? В банке? В ведре. Ведро было оцинковано. Оцинкованное ведро, да. Оцинкованное, не оцинкованное, все так делают, и мы так делаем. Получается, что те растворы, в которых заквашивается капуста, этот раствор ускоряет разрушение цинка. Образуются те соли цинка, которые очень вредны для человека. Вскрытые консервы, которые Витя попробовал и упорно хотел запихнуть в холодильник. Одна, ладно, согласен, открыта, а вот та друга забита, так она еще на 10 годов. Вы были абсолютно правы, когда вы отговорили и попросили их вернуть назад. Я очень старалась. Потому что если консервы повреждены, их нельзя использовать в пищу. После открытия консервной банки содержимое нужно переложить в другую емкость, желательно стеклянную. Тогда их можно будет хранить в холодильнике. Давайте теперь мы с вами кратко поговорим о симптомах отравления пищевого. Тошнота, да. Расстройство желудка. Да. Рвота. Температура может быть. Может. Головокружение. Да. Живот болеть. Живот да. болеть. Ломота в теле может быть? Ну, состояние озноба может быть вследствие интоксикации. Можно перепутать с гриппом, да? Можно. Обезвоживание. Можно перепутать с вирусной инфекцией кишечной. Хорошо, что мы будем делать? Активированный уголь, много воды. Сорбенты. Ну, как вариант. Да. Если мы говорим об активированном угле, это сорбенты. И принимать их нужно правильно. Сколько нужно таблеток? На килограмм одну, на 10 килограмм одну штуку. Таблетка на 10 килограмм веса, абсолютно верно. Промывание желудка, вы тоже правы. Марганцовка. Витя, можно выпить такой раствор марганцовки, что сделает себе эрозии и язвы в желудке. Но она же марганцовка – это довольно коварная штука. Она работает, но нужно слабо-слабо розовый раствор. Либо раствор соды, либо раствор соли. Если вы подозреваете, что отравление вызвано грибами или консервами, лучше не раздумывая вызвать скорую сразу же. Спасибо вам большое за участие. Да. И вам желаем быть здоровыми, есть правильную еду и почаще заглядывать в свой холодильник. Мы будем внимательны. Будем внимательны. Спасибо вам большое. Спасибо. Будьте здоровы. Вы молодцы. Тим часом в нашій київській клініці триває прийом. Але на такого пацієнта наші лікарі аж ніяк не чекали. О! Валера, вітаю. Та ладно! Привіт, дорогой. Вітаю тебе. Привіт, привіт. Так, я не понял. Валерочка. Плечо? Дуже да. Правильно. Ти пам'ятаєш, що у мене з плечем проблеми, і мені дуже треба допомогти. Я хочу, щоб ти просто подивився. Наскільки я пам'ятаю, це стара травма, яку ти дуже довго, 10 років. Там повреждення було ключичного акреміального сочленення, там був повреждений біцепс. Да. І ти з цим продовжував жити. 10 років і жив, і боксував, да, і тренувався, і все це. І мучився. Прооперувався ти в октябрі? Да, в жовтні. Поставили анкери? Да, два. Йдемо, посмотрим. Так. Так, лицом ко мне. Ну-ка, заведи руку за голову. Нормально. Руку за спину, отлично, отлично. Руку вперед. Руку назад. И вот это вот движение мне еще. Слушай, ну так все хорошо, но симптома щелчка нет. Анкеры стоят на месте, все хорошо. Слушай, по-моему, ти в мені голову морочиш. Я тобі вдячний, ти мене заспокоїв. Але ж, чесно кажучи, я прийшов з іншого прохання, мене є до тебе. Йдемо, присядемо, розкажеш. Ну, розказуй. Валера, да. У мене є дуже цікава людина. Він попав на проєкт «До мене зважені та щасливі». Угу. Він дуже сильний, він дуже працьовитий. Він найбільша людина за всю історію цього проєкту. Він важив 240 кілограмів. Ого!
Мене звати Василешин Аркадій, мені 27 років. Моя початкова вага 235 кілограм. Відчуваю себе реально інвалідом. Що ж? Стаю для своєї сім'ї обузою. Домі може йти, стої! Аркаша, стій! Мені реально вже було важко. У нього вес 200 з копійками. Він ходить з трудом. Аркаша! Падай, ползи! Ползи! Не, ще, 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 ще! Красавець! Аркаша, він відчув, що він може? Паля, джалі, сталі, пригнули! Офигеть! Аркаша, он боец. Этот человек достоин того, чтобы в декабре выйти на веса и взять главный приз этого проекта «Взвешенных и счастливых» шестого сезона. Давай, зови его. Окей. Аркадія запросили до нашої клініки під вигаданим приводом, а тому чоловік навіть не підозрює, яка зустріч чекає на нього за кілька хвилин. Чувак, що ти робиш? Да, мой. Привіт. Я тебе вітаю. З чим? Ти знаєш, я тобі ніколи поганого не пропоную. Але я хочу тебе здивувати. Перше, що ти, та не знаєш, мали. Дуже приємної справи, але ж для цього я маю тобі зав'язати очі. Ти згоден? Ти віддаєшся мені? Так. Да. У мене навіть є така прив'язка. Цього, та не бачу нічого. Піду зліва, не даю. Аркаш, ну що, ти зі мною? Сяв, я з тобою з квітня, ну. Пішли. Я взагалі в шокі, що я тебе тепер побачив у неї. Це повір мені, тут двері, це двері в твоє нове життя. Ще новіше, ніж тобі було. Не бійся, малий, все нормально. Стоп. Готовий? Я тобі, Аркаша. Я тобі обіцяю, що зараз ти знімеш очі, бачиш чоловіка, і він порівняно зі мною. Я Бог схуднення, а він у нас ангел, який тобі прийде на поміч зараз. Тримай, все нормально. Добрий день, Аркадій. А Валера. Так, ну що? Все, прощайся з Лайком. Ти приходиш в нашу епархію. Так, дядеч. Все. Валерич. Так, все, там. Все, дальше він вже у нас. Спасибо, дорогой. Все, спасибо. Давай, присаживайтесь, Аркадій. Добрий день, Валера. Ну, добрий, знаєш? Добрий. Ну, звісно, я в шокі. На першому тижні він каже, Аркаша, просто в мене зараз... Він каже, якщо ти... Похудаєш, каже, я тобі просто допоможу, щоб от цього біду ще з тебе скинути. Тобто, що... Так, мені кажеться, що я зараз влюблений. Все нормально, все хорошо, ти молодець. Розкажи мені, що за проблема? Чому у тебе з'явилася? Ну, проблема, звісно, лишилася в мене із-за мого того вже прошлого життя, що в мене було. Було 235 кілограм. Набрав я їх за 6 років був собі. Получается, за 6 років разом с тем жиром и кожа растянулась. Идем посмотрим, что там у тебя за проблема. Проходи, переодеваешь халат, тапочки и выходишь. Угу. Готов? Да. Выходи. Ну, Аполлон. Давай, снимай халат, показывай. Ну... Ну, я тебе могу сказать по рукам, они постепенно восстанавливаются. Ну, руки, да, руки підтягуються. Ну, я так стараюся зараз до слави дзвонити, Ніка, я роблю більше силові. Я от бачу просто, що руки підтягуються. Да,
Да. Ух ты, а ну-ка еще раз так. Ну, вот. Красавчик. Тут совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Да, ну папилломка вот... есть. Это остаток того, что было слишком много вот кожи. Ну, так, папилломка, вот. Папилломка есть. Вот, вот угу. Она есть. Ее бы тоже отсюда убрать не мешало бы. Так. Под фартухом, как всегда, и папилломы, и прелости. Я вот давлю на мышцы брюшного пресса. Пресс есть, пресс достаточно крепкий. А вот это вот лишнее. Ноги расставь. А вот ноги хуже всего. Mm-hmm. Здесь кожа видоизменена. Здесь есть сосудистые звездочки, варикозное расширение вен. Но это полбеды. Здесь меня пугает то, что цвет кожи видоизменен. Ну, то есть, грубо говоря, вот лишнее. Mm-hmm. Вот так вот. Причем, снова же, я вот мышцы чувствую, мышцы крепкие. А поверх мышц лишняя кожа. Повернись спиной. Но я вам хочу сказать, что вот видно, что на проекте, где был до этого на Зваженных, тобой очень плотно занимались, потому что мышцы вот просто, ну вот и форма хорошая, и вот то симметричное обвисание кожи говорит еще раз в пользу того, что ты резко был набрал вес. Кожа растянулась и утратила свою эластичность. Утеряла свой каркас. Поворачивайся. Скажи, пожалуйста, объем живота какой был? Ну, не знаю. Він десь вот такий баян був перед ним. Нічого себе. Ой-ой-ой. В мене вот, ну, майка всегда вот тут була, а живіт десь вот тут. Не, ну я в очередной раз убеждаю, что специалисты, которые работают на проекте «Зважні», это счастливые, делают все правильно. Одевайся, переодевайся, пойдем пообщаемся еще. Присаживайся. Если человек набирает 30 килограммов, кожа растягивается, поры становятся шире. Но когда он начинает худеть, правильно худеть, как у тебя это произошло на проекте, кожа постепенно-постепенно восстанавливается. Очень медленно. Но если человек набирает 50 килограммов и больше, кожа растягивается до того положения, при котором обратно вернуться в исходное состояние не может. Я тебе покажу сейчас, как это происходит наглядно. Смотри, я покажу на примере пластыря. Вот, допустим, это кожа. Самый большой орган человека. За счет коллагеновых волокон, которые содержатся в коже, она способна растягиваться до определенного размера. Но потом, когда ты начинаешь восстанавливаться в предыдущую форму, сжигаешь тот жир, который растягивает эту кожу, остаются мышцы. Кожа обратно вернуться, видишь, уже физически не может. И в этом случае приходит на помощь пластическая хирургия. Расскажи мне, что ты хочешь от проекта? Конечно, хотел бы... Ну, Слава, в принципе, из меня сделал уже здоровую, нормальную людину, но хотел бы выйти вообще красавчиком. Конечно. Красавчиком, да. Ага, для чего? Это все для неї, для моей Оксанки. И вот и для них быть гарним, красивым папою. Звісно, після повернення Аркадія додому, він набагато більше часу проводить з нами. Раніше в мене були гульки, шмульки, коротше, друзі в мене на першому плані. Ну, зараз я стараюся ставити на перший план – це сім'ю. Ні, та ти за кого? За маму чи за папу? За папу. Кидай в папу. Що в мене кидати? До проєкту я взагалі з нею не грався. От одно в нас грання було, це я міг лягти на землю, а вона могла з живота мого поз'їжджати, то есть, там, як з горки. Все. А пап, йдемо десь погуляємо у двір. Куди, Арніта, яке гуляння, як папа не може пройтися 3 метри. Тепер, коли зима йде, коли випадає чудовий сніг, ми можемо поїхати в парк і дурачитися так, що аж мокрі виходимо звідти. Ну, дійсно. Я не знаю, ну таке якесь велике щастя в цей момент. Я не пам'ятаю таких моментів от, раніше, щоб такі в нас були. Такого не було. Тримайся. Харчування у нас кардинально змінилося. Змінилося весь набір продуктів. Ну, все варене, парене, овочі, салати і каші потім зварити. А на солодке в мене йде там мед і горіхи. Тобі? Не.
В одязі я вигляджу, звісно, нормально, але коли я знімаю себе одяг, то там виходить не тіло, а шарпи. А я стою в дзеркало, вже себе там підбираю, думаю, от би я був класний, якби от свого мені відрізали. Ну, так, звісно, стою кожного разу, вже цицьку таку ховаю під цей, ну, думаю, от, круто би було, ну, дасть Бог. На спеціальних спортивних магазинах є пояс такий втягуючий, що іменно для повних людей він дійсно так пристосовується. Купив таку кофту утягуючу, той, що мене стискає, що воно там навіть не тремболося. Ну, звісно, це означає те, що я приховую. Я думаю, що Аркашка своєю цією зайвою шкірою він комплексує. Йому неприємно все рівно, як на це говорять, як, ну, вплив зовнішній, це дуже великий має фактор такий на нього. Я стою на бігову дорожку, в мене, ну, біжу, а воно хляпає, все. Басейн я рідко йду, бо, ну, мені неприємно. Для нього це дуже важко, проблематично, він все рівно він переживає. Він не хоче цього показати, так як він чоловік. Ну, я ж це бачу, що йому це неприємно, коли там всі зглядаються. Я все-таки десь ілюзією якоюсь собі думав, все, зараз там з цілим спортом і все в мене вийде, фігушки, нічого не вийде. Смотри. Я не буду тебе рассказывать сказки. Это сложная ситуация. Это не один этап. Меня смущает нижние конечности, потому что там есть варикозное расширение вен, и нам, может быть, придется первым этапом заняться все-таки венами. Я тебе должен сказать, что тебе предстоит впереди консультация сосудистого хирурга, консультация пластического хирурга, терапевта и кардиолога, чтобы все-таки на всякий случай посмотреть, что происходит с твоей сердечно-сосудистой системой и весь необходимый пакет предоперационных обследований. Ну что ж, я не буду тебя задерживать. Впереди у тебя достаточно большой путь, и я очень рад, что мы можем помочь тебе, надеюсь. И с удовольствием встречу тебя здесь уже в новом теле. Дякую вам велике. Все. Дуже приємно. Спасибо вам за все. Удачи, до побачення. На все добре. Отже, спершу Аркадія має оглянути судинний хірург, аби вирішити, що робити з розширеними венами чоловіка. Зараз ми зробимо УЗІ судин, подивимося ваші вени. У мене оце венозне розширення з'явилося на цій правій нозі. А у батьків таке є? Батьків нема. У мене воно було маленьке, і коли я набрав вес, воно все більше розширювалося, розширювалося, ну і от до таких розмірів виходить вже. Будь ласка, вдох і надути живіт. При натуживанні от, вена 0,55, тобто зараз ширше, ніж в нормі. Тобто є таке варикозне розширення вен, грубих змін ми не бачимо. На лівій нозі вени в кращому стані. Тромбів в цих венах нема. Я думаю, що вам можна робити операцію, але під час операції на кінцівці треба натягти спеціальні антиемболічні панчохи. Все. Дякую вам. Да, одягайтесь, будь ласка. Дякую. Далі в Аркадія консультація у пластичних хірургів. Саме їм вирішувати, що і як робити з обвислою після схуднення шкірою. Доброго дня. Доброго дня. Здравствуйте. Присаджуйтесь, пожалуйста. Мене звати Аркадій. Я похудав трохи на багато кілограм. Трохи на багато – це на скільки? На 132 кілограма. І зараз в мене така проблема, як вища шкіра. Тобто вона і заважає і бігати. Ну, коротше, все заважає робити. Тобто треба нам треба не тільки позбавити, перекроїти треба. Зробити новий футляр, фактично. Проходьте сюди, будь ласка. Да, тут відчувається, що схуд так собі. Да, форма у вас очень хороша. Форма непогана, але то все обвисло. Значить, нам прийдеться обрізати це фактично видалення молочних залоз і пересадити сосок, цю ногу поставити вперед. Оце все, що провисає, і нам так само треба не тільки підтягнути догори, нам треба буде і об'єм зменшити і в такому напрямку. Так що шов буде і проходити, і там горизонтальний, і вертикальний. І отакий буде шов. Це єдиний варіант. Операція об'ємна, і на наш погляд вона дуже травматична. І робити відразу всі операції – це є дуже ризиковане. Тому ми порадились з Ольгою.
І вирішили розбити, можливо, цю операцію на два етапи. Спочатку ми зробимо, мабуть, живіт і стегна, а потім другим етапом ми займемось верхньою частиною тулуба. Ми будемо починати з підготовки. В процесі підготовки, можливо, підключати спеціалістів, які нам необхідні, і будемо планувати, коли ми будемо починати наші операції. Почнемо ми з самих складних етапів і, ну, скажімо так, оставимо те, що менш длительне, менш тяжке реабілітація вже на після. Перед операцією зараз ми вас відправляємо на спеціальне обслідування передоперационне. Це аналізи крові, мочі, рентген легких, електрокардіограма, обслідування спеціалістів, які нам необхідні. І будемо планувати наші операції. Договорились? Дякую, да. Хорошо, все, тогда, Аркадій, ми вас до встречи. До свидания, всего доброго. Але чи вдасться хірургам зробити з Аркадія Красеня, як про те мріє сам чоловік, дивіться вже у наступних програмах.